Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Доня, также Юрка, Димка и Фанни. Мы находимся в GTA 5, и это долгожданная рубрика «Копы против воров». Здорово! Здорово, здорово! Здорово, братва! Итак, ребята, прямо сейчас мы разделимся на две команды, и одни будут копы, а вторые будут воришки. Задача воришек — угнать тачки с трех парковок, которые мы отметили такими вот точками. За 10 минут нужно угнать 4 тачки в сумме. Задача копов — отследить место расположения тачек, куда воришки будут их отвозить. В принципе, все очень просто, поэтому, ребята, полетели готовиться. Go. Так, друзья, в общем, сегодня в роли воришек будем мы с Юрой. Мы уже переоделись. У нас, ребята, отключены полностью обозначения на радаре. То есть копы нас не видят, и мы их тоже не видим. Ребята, задача очень простая. Нужно пригнать вот сюда, вот к этому ЛСК, 4 тачки за 10 минут. И наша задача сделать так все грамотно, чтобы копы нас не нашли и не нашли, куда же эти машины мы привозим. Если вдруг, Юра, нас копы заметили, ты видишь за собой хвост, води их вокруг носа, чтобы они тебя не вычислили. Смотрите, у нас есть 3 плана. План А — это мы вместе с Юркой одновременно дергаем тачки. План Б — ворую только я, а Юра отвлекает. План С — отвлекаю я, ворует Юра. Также у нас есть специальное обозначение места расположения. Это альфа, это бета, это гамма, чтобы нас копы не поняли, о чем мы, собственно говоря, будем говорить. Окей, ребята, погнали в конфу к Димке и Фане. Окей, ребята, мы уже выехали, мы уже в процессе. Как у вас дело? Расскажите, копы. Ну, потихонечку. У вас какие-нибудь стратегии, скажите мне. Честно, не особо. У вас нет стратегии? Ну, не знаю, хорошо это или плохо. Ребята, я забыл поставить секундомер, поэтому сейчас его поставлю. 10 минут, да? Так, у нас будет 10 минут. И время, ребята, идет. Погнали. Окейюшки. Нам 4 тачки нужно гнать. Нам 4 тачки, да. И привести их на базу за 10 минут. А тебе все расскажи, да покажи. Ты расскажи, да покажу. Не расскажу, не покажу. Хеликоптер, ну, вертолет. Юрка, план А. Окей. План А. Чего план А. Значит, вы назвали каждой парковке, дали буквы, типа. А тебе сейчас скажи, да покажи. Вы лучше, знаете, как назвали? Тактика Элеонор. Юрка, и, типа, гамма. Ой, нифига тут пошли эти. Уверен? Альфа, бета, гамма. Ну, я гамма, ты смотри. План А, у меня гамма. План А и... Твою Чё такое? Да ничего, факин идет! Ничего, все нормально. Я охерею с этих воришек, блин. Ладно, ребят. Ну что, рассказывайте, как у вас настроение вообще? Офигенно. Нормально? Цвет настроения синий? Цвет настроения синий. Знаете что? Вот вообще, когда записываешь эту рубрику, нужно быть максимально сосредоточенным и беспалевным. И во время этой рубрики очень много молчания происходит. Это да. Потому что есть Алёшка, у меня сосредоточиться надо. Максимально. Иначе габылидзе будет. Это да. Помните, как-то мы снимали, Андрюха зашел, типа, вы что снимаете? Потому что Юрка. Много тишины было. Ау. План Б. Точнее, нет, план С. Я уже. Хорош. Что у вас, как дела, ребят? Рассказывайте. Да пока все нормально. Да. Ну вы прям крутые перцы, я могу сказать, братва. Пошел в задницу, Димка. Я тебя видел, как ты смотри, жопа, а. Я уже полчаса за мной гоняю, ты прикинь вообще. А я видел, как ты на красный проскочил. Сначала, во-первых, ты, когда я тебя заметил впервые, что-то дернулся, как-то нестандартно. Ты развернулся, Палевна. Да отвали от меня, все. Что надо, отвали от меня. Окей, я, в общем-то, оторвался от Димки, если что. Нифига себе. А в чем был? Он был на этой... R8, типа, знаешь, но ведь он, я думаю, что уже поменял. Интити, который, короче, кабриолет. Понял. Вот. Ну, слишком богатая тачка для этого района. Ну, я его заметил, когда он через дисплей развернулся за мной и поехал. Я заметил, когда ты стал дергаться при повороте. Да? Ага. Днем рождения, тетю Люсю, поздравляю. Поздравляю. Юрка, что у тебя, как дела, скажи? Пока не знаю, пока, походу, плана. План А, давай. Ну, просто дело в том, что прошло уже 4 минуты, как бы, тем временем. Такое. На самом деле. Что, а у меня пока вообще по нулям.
А вы хоть одну тачку уже пригнали? Как а тебе думаешь? Скажи, да расскажи. Кстати говоря, я сам не знаю, Юра же не можешь сказать мне. Короче, Альфа, я думаю. Ну, Альфа? Да. Ну давай. Ну ты Альфа тогда, давай. Надеюсь, наши зрители понимают, о чем идет речь. Мы перед тем, как начали автоугоны, мы рассказали о наших планах, поэтому я думаю, что все понимают, о чем идет речь, да. Так да, я, походу, да, одного спалил на белой тачке. Да? Нормас, что я могу сказать. Наверное. Блин, на самом деле, до сих пор ничего не угнал. Да? Ну, мне кажется, ничего. Вы уже не успеваете, да? Как-то ну, прошло у нас уже 4.40, да, 4.40 уже прошло тем временем. Диман, как у тебя там работа? Да меня тут спалили на белой тачке, да, оказывается. Только вот фига, вопрос, где ты был. На белом каене, фига там, Димон, оказывается, ты спалил Димона, красавчик. Красавчик. Понятно. Вопрос. Светофоры дурацкие, байт конечно. Это или не байт? Мысли? Я думаю, он бы уже пересел. Нет, это интересно максимально. Прям потно. Ну да. Life is life. Пам-пам-па-па-пам. Да. Пам-пам-па-па-пам. Пам-пам-па-па-пам. Что такое, Юра? Вроде чисто. На самом деле, у меня пока такое себе, Юра. Я тебе не могу сказать, не могу похвастаться своим. Что такое у вас? Я забайтил его. Да? Что происходит? Димон спалился жестко. Что было? Я, короче, с дороги свернул за мост, остановился, стою, жду проедет, а видели, я там вылетает совсем. Короче, давай. Едет возле заправки. План С. Диман, он очень быстро едет, я не догоню. И плавный стиль вождения. Я понял тебя, Юра. На самом деле геймпады здесь нужны, чтобы не палиться. Потому что вот эта пробуксовка на клавиатуре. Да, пробуксовка, она, конечно, очень сильно палит. Угу. Хотя боты тоже иногда так ездят, как в. Окей, Юрка, у меня бета. Окей. Че по времени? Минут 6 прошло, я думаю. Прошло уже у нас тем временем, друзья, 6.15. Оу, фига я ванга ставил. Так мы не успеваем чутка. Да. Да. Мы не успеваем, но я очень долго от Димки гонял, поэтому да, у меня немножко плохо дела было. Ну, короче, норм, Юра. Я, ну, норм пока. Пока ну, так, не все по плану. Я вроде уехал от него. Хорош, у тебя. Мне кажется, он бы за мной не успел. Хорошо. Так, ну окей. В принципе, не буду скрывать, я одну дернул, сейчас везу ее уже на базу. Дернул. Я заметил тебя. Ты меня заметил? Ну, вдалеке, но я не помню, куда ты поехал. Да. Зеленый, да. Короче, мой путь на байт вообще удался. То есть я Димона прям. Хорошо. Окей. Ребятки, давайте так. Если вам эта рубрика нравится, если вы хотите больше битв копов против воров, то пишите плюс в комментариях, чтобы мы поняли, что вам эта рубрика нравится. Так, ну конечно, будет жестко, если вдруг сейчас я спалюсь. Юрка, как ты дела, расскажи. У меня все отлично пока. Все отлично, да? Правда, мне кажется. Придется одного копа застрелить. Да? Почему? А, нет, это, да ладно. Что такое? Нихера себе. Что там? Да я, короче, тачку нашел, я думал, что кто-то из них в ней, короче, сидит. А это, оказывается, ботовская такая офигенская тачка. Видишь, да? Да, видел. Я думал, это не ты. Я очень сильно испугался. Да, ненормально. А, даже так у нас все. Окей, у нас все пока, пацаны. Более-менее, да. Ясненько. Так, ну, ребята, прошло у нас как бы уже 8 минут. Че? Ну, че там, как ладно, окей. Юрка. Я делаю грязь. Делай, потому что время мало, и у нас плохие новости. У нас очень плохие новости, Юра. Очень плохие новости. Что по плохим новостям? У нас очень плохие новости. Breaking news, пацаны, да? Очень плохие новости. Юра, давай, бери, короче, и все. Да, давай, я вижу тебя. Окей, все, поехали. Я, конечно, все понимаю, но я кое-что сейчас... Чего ты сейчас? Заметил, а я молчал все это время. Что ты странное заметил? Да ничего. Знаете, я сейчас скажу по-честному, что я уже не пытаюсь быть скрытным. Вот сейчас. Потому что думаешь, потеря уже, да? Потому что уже, да, уже не имеет смысла. Запахло жарено, мне кажется. Там уже просто, да. Там уже да. Юра. Как у тебя проблема? Юрчик, привез? Ты брал первый все, да? Мерседес 221 со стройки. Пацаны. Напротив стройки. Короче. Чего? Юрчик, смотри, где моя тачка стоит.
Не помнишь, такое? А чё, сюда красная поехала, да? То есть где-то... Ты забрал красную... Подождите, подождите. А, я тебя видел 100 раз, как ты проехал. Он-то не нашел это место. Кто, я? Да, ты. Не, я нашел. Вот это вот я бегаю. Ты видишь вот это кухарочка? Я вижу, не, я вижу. Так ты сейчас заехал, ты сейчас заехал. Получается, Ваня меня в самом начале спалил. Я стоял перед этим. Знаешь, что меня смутило? Во-первых, вот тут синяя тачка кабриолет. И вот там вот еще была на начале где-то синяя тачка кабриолет. Вот тут вот она появилась. Где она? Вот она сюда появилась. Я, короче, поехал в эту сторону, откуда она приехала. Кабриолет появляется здесь. Он стандартный, да? Да? Да, он стандартный. А какого хера тогда тут стоит? Вот так, этот. Я подумал, что у вас кабриолеты вот эти синие. Это то, что типа, ну вы на них катаетесь. Типа два штуки вы заспавнили, чтобы на них кататься. Не, они здесь спавнятся, они спавнятся. И потом я вот так вот, короче, стал, вот так вот стал, и стоял, ждал. И тут на красный супре кто-то приехал. Вот заехал сюда, и я такой поехал. Я тебе скажу так, я вот на этом вот балере выезжал отсюда и видел вот этот, ребята, вот оракул. Я увидел оракул. А я Юрчик спалил. И он очень странно затормозил резко, я это видел. А потом еще другой оракул, либо тот же самый, выехал из двора. Я видел. А Паня все это время здесь сидел, так понимаю. Да, ты вот этот Мерседес красный взял напротив стройки парковка. Я за углом стоял на темном здании. Я с тобой приехал и туда в кусты поставил, с забором стоял на боку. Да, понятно. Меня еще смутило, что именно в этой стороне, потому что Юрчик сюда поехал, сказал, типа, тут все чисто. Потом меня спалил под мостом. А потом еще в эту сторону поехал Доди до зеленой тачки. Он как-то дворами поехал. Там ну, я там уехал, да. Я уехал. Ну да, яркие цвета не палятся. Яркие цвета палятся сильно, да. Ну окей, ребят, собственно говоря, получается, что нас копы спалили, хотя мы угнали 4 машины, мы во время уложились, да, но уже под конец, скажу вам по-честному, что получилось так, что я уже, ну, под начало я потратил много времени, пока Дима удирал, вот. Меня не посадят, тёлик нету. Потом, короче, я удрал, все-таки смог угнать зеленую тачку одну со стоянки, вроде бы угнал, не было хвоста за мной, но потом уже все-таки, да, я уже когда выезжал на балере, уже когда машину одну привез, выезжал, увидел машину и все. Я уже понял, что не имеет смысла здесь как-то ПД соблюдать, потому что вы уже вдвоем были здесь. Ясненько. Окей, ребята, такая с ним получилась серия. Если вам понравилось, то ставьте лайки. И также пишите плюс комментарии, если хотите больше битв копов против воров. Ну, ребята, всем удачи и всем пока. Пока, народ.